Россияне, живущие в Турции, хотят иметь своего представителя в Госдуме. Вот с таким предложением выступила русская община «Анталия». Там считают, что депутаты должны больше внимания уделять проблемам россиян, живущих за рубежом. Поэтому предлагают ввести должность некого куратора, который будет представлять интересы общины в Госдуме. Конкретных пожеланий, от какой партии должен быть депутат, у них нет. Свои предложения они уже направили Василию Лихачеву, который в ЦИКе отвечает за соблюдение избирательных прав россиян за рубежом. Представители общины уверены, что положительное решение этого вопроса отразится на явке избирателей. Сейчас русская община в Анталии насчитывает 70 тысяч человек. Всего же в Турции живут около 500 000 россиян. Мы, живя постоянно в Турции, не теряем связь со своей страной, со своей родиной. Мы не теряем связь. Очень интересуемся положением дел. Очень переживаем за это положение дел, когда что-то у нас не так получается. И поэтому хотелось бы, чтобы и новоизбранные депутаты тоже обратили внимание на наше здесь положение и интересовались нашим мнением тоже. И в этом плане хотелось бы сказать, что наши судьбы, хоть мы находимся сейчас вроде бы и не в своей стране, здесь проживаем по ряду причин, но наши судьбы с Турцией тесно переплетены. Достаточно сказать, что вот так вот случилось уже, что прикрепили округ наш Анталии, прикрепили Алтайскому округу. Это уже само по себе показательно. Ведь известно, что турки относятся этнически к алтайской группе народов. Вот так вроде бы случайно, а вот видите, как переплетены тесно наши судьбы.